Развилковской школе действует множество проектов. Учреждения заключают договоры с высшими учебными заведениями, такими как областной университет и институт нефти и газа. Такие действия призваны помочь ученикам определиться с будущей профессией. В эти вузы выпускники могут поступить по целевому направлению и в дальнейшем работать в близости от дома. В своем докладе исполняющая обязанности директора Развилковской школы Татьяна Бондаренко обозначила основные этапы развития образования. Идея нашей концепции – улучшение результатов качества образования через повышение мотивации, активизации творческой деятельности учащихся за счет внедрения в школьную систему образования профессиональной ориентации учащихся на всех ступенях образования. Тему развития образовательного сектора в муниципалитете продолжил заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов. Он напомнил, что совсем недавно на территории Видновской гимназии была заложена капсула времени, которая послужила стартом президентского проекта «Современная школа». Он предусматривает возведение 50 образовательных учреждений по всей области, а гимназия получит дополнительную пристройку на 250 учебных мест. Есть готовая концепция, которая, я уверен, найдет свою реализацию на территории Развилковской школы, потом будет успешно применена в других образовательных учреждениях, только на Ленинского района. Ну и главная цель, Татьяна Ивановна сформулировала, конкурентоспособность и востребованность наших детей на рынке труда. В ходе встречи была затронута тема дошкольного образования. В общей сложности в детских садах муниципалитета воспитывается около 10 тысяч детишек. С каждым годом их число растет, как растет и количество новых дошкольных учреждений. За последние 3 года в Ленинском районе введено в эксплуатацию 10 новых дошкольных образовательных зданий. Проведена реконструкция с модернизацией и увеличением проектной мощности 4 действующих детских садов, в том числе 2 из которых находятся в сельском поселении Развилковское. Это детский сад номер 18 «Кораблик» и детский сад номер 45 «Сказка». Вклад в развитие образования вносят и родители. Самых активных из них, а также лучших педагогов, наградили памятными медалями 90-летия Ленинского района. Награду удостоилась и директор детского центра «Дельфин» Гульнара Романадзе. Она отметила важность взаимодействия образовательных учреждений. Мы сотрудничаем со всеми учреждениями образовательными, и детскими садами, и со школой Развилковской. И те чемпионы, которые у нас имеются на сегодняшний день, и Рыловы, Гирев, они здесь обучались. И много-много детей сегодня родители награждались, которые являются кандидатами в мастера спорта по плаванию. Конечно, мы рады, что отметили это. Дети отправляются на летние каникулы, а в это время начинается планомерная работа по улучшению сферы образования в Ленинском районе. Уже осенью учеба для мальчишек и девчонок станет еще комфортнее и продуктивнее. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.